Карта дня. На сегодняшний день карта башни. Пойдут не так события, как вы вдруг хотели. Все перевернется с ног на голову. Но даже энергичная карта, очень много энергии и энтузиазма. Энтузиазм, энергия, и причем энергия такая мощная и взрывная. Вообще, вот для меня эта вот карта, она всегда идет как прорыв. Либо у кого-то прибыль сегодня будет, финансы, да, либо кто-то вообще пойдет в другом направлении. В общем, но, с другой стороны, кто-то с кем-то поругается, да, и это вот душевные переживания. Потому что на обороте у нас здесь еще карта Туз Кубков. Туз Кубков – это просто эмоциональная. Я могу предположить, что карта Башни, она скорее эмоциональная, взрывная, эмоции на пике. В общем, я вам что могу сказать по этой карте, что наоборот, движение – это жизнь. Не будете двигаться, как будет происходить вообще какие-то изменения? Для кого-то это очень будет интенсивно и непривычно. К вечеру даже, возможно, разболится голова. Но однозначно это не повод для того, чтобы говорить, что это все плохо. Еще у кого-то будет хорошая сексуальная встреча, потому что эта карта, она всегда показывает страсть. Страсть, вот эта вот похоть, когда уже она изливается. Ну, в общем, живите здесь, сегодня и сейчас. Живите на полную катушку. С любовью, Каролина.